Доброе утро, друзья! Я приветствую вас из Израиля. И на сегодня у меня вот такие 10-дневные планы. Прилетела сегодня очень рано-рано утром в Тель-Авив. И вот гуляю по окрестностям старого города. Конечно, красиво. Так впечатляет. Здания просто как крепости. Очень, конечно. Все очаровывает, много зелени. Поражает, что настолько много цветов, и везде такие вот проведены. Растительная такая система. Очень много-много красивых растений. Да, зеленый город. Завтра планы, конечно же, посетить Иерусалим, плащаницу, стену плача, оставить записки. То есть посетить все святые места. Завтра будет экскурсия. 2,5 дня это будет Иерусалим. Далее это, конечно же, будет Мертвое море. Покупаю, сделаю классные снимки. Потом будет Элат. Ну и опять Тель-Авив. Элат это будет 4 дня. Ну, в общем-то, вот такие планы. Я знакомлюсь. Все снимки и следующее видео будет впереди. Ну, до новых встреч, друзья. Оставлю за всех, за вас записку. Мира вам, любви, добра, успехов.